Покажем вам прекрасный домик. Такой вот вид. Балконы, на которых можно загорать. Дом находится в Защитников Кавказа. Красная поляна. Это третий этаж. Значит, здесь спальня большая. Санузлом. Вот такой вот большой телевизор. Санузел с ванной. Такая прекрасная мраморная лестница. На втором этаже вид на улицу с лестницы, с балконов. Также есть балкон такой же в каждой комнате. Здесь еще такие вот две спальни. Такой же санузел. Тоже с ванной. И выходим на первый этаж. Там холл большой с кухней. Тоже есть санузел, но здесь только туалет с раковиной. И вот кухня, кухонный уголок. Вот, значит, спальня. О, спальня, говорю, гостиная. Ну, тут тоже можно при желании организовать спальню. И вот такой огромный телевизор. То есть хорошо для компании. Ну и выход на улицу.